Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня март. Хороший выдался денек. 18-е, если быть точным, марта. Египет, ну тот же самый. Только дома границы закрыли. Говорят, даже Москву закрыли, Украину. Все закрыли. Поэтому я не одинок. Ну, говорят, там где-то в России там похолоднее будет. У меня-то Египет продолжается. Просто бегом. Снимаем с себя все лишнее. Все, что нас обременяет. И ловим настроение Египет. Солнце, трава и покой. А вместо моря можно устроить ванную вечером. Или в бассейн пойти покупаться. Под ярким солнцем среди белого дня, обдуваемый теплым южным ветром. Я даже нарядился сегодня по такому поводу, потому что, ну ничего себе, же праздник все-таки. Я же в отпуске, как это вот в отпуске? Солнце глаза режет, ай-яй-яй. Сейчас есть один форс-мажор. Сейчас, до следующего ролика. Там будет у меня одна тема. Сейчас. Давайте. Счастья вам.